хотел бы поддержать коллегу в том плане, что ничего особенно еще как бы не поменялось. Я готов принять тезис о том, что у нас новая власть, только в том смысле, что у нас следующая власть есть. Новой власти у нас пока нет. Очень сильно ситуация изменилась за последние буквально вот несколько месяцев. Общество изменилось. Законодательная база, все процедуры, все привычки людей, власти и у власти остались те же, да и лица те же остались, но некоторые пересели в другие кресла. Поэтому я немного как бы удивлен удивлению своих коллег, которые удивлены тем, как с ними обошлись. И тут должен немножко отстроиться. Ну, во-первых, должен честно признаться, что и вы меня поймете, что я не сразу принял решение участвовать в этой конференции, поскольку мы все взрослые люди, да, и было понятно, что вести будут защищаться, да, защищаться будут, использовать это для того, чтобы пристать жертвой. Я не знаю, жертва ли вести или нет. Ну, то есть по факту да. По факту того, что мы видели, а по результатам расследования, будут ли они жертвой или нет, или может даже победителем, как здесь звучит, что пострадают те, кто подписал соответствующие бумаги. Вот я не знаю, да, вот я, во-первых, я не юрист, не имею никакого отношения к делу, и опять же, я тоже хочу развести сторону содержательную, контентную, да, и сторону там финансово и прочую, да, то есть... Понятно, да, будучи честными до конца, мы не можем сбрасывать такой вариант, когда окажутся какие-то, ну, там, дырки, может быть, не знаю, я не знаю. В то же время делать вид, что вести, ну, я сейчас говорю в целом как бы вести, может быть, здесь выделяется, понятно, там, часть газетная больше, это не один из проектов на украинском рынке СМИ. Это уникальный проект, да? Ну, во-первых, он уникальный, потому что у нас страшное безрыбье, колоссальное безрыбье, все это отлично знают, у нас в стране нет совершенно качественной прессы, ну нет ее, да? Кто-то там пытается, пыжится войти, так сказать, там себе 5 звездочек нарисовать, но не дотягивает и до 3. И когда на рынке появляется мощный субъект с хорошим финансированием, который может себе позволить раздавать свой продукт на рынке, он, естественно, убивает даже тех несчастных, которые там, в принципе, как бы и были. И в этом смысле понятно, что вот журналистская корпорация аплодировала такой красивой мести бывшего редактора сегодня. Да? Ну это ладно, это немножко оживляю вот эту вот немножко такую угрюмую нашу сегодняшнюю такую пресс-конференцию. Вот. Но я просто хочу о чем сказать. А медиабизнес – это бизнес, это серьезный бизнес серьезных людей. Да? Совершенно очевидно, что когда запускался такой проект, вот тянет сказать на Украине, да? Вот понятно, да, почему я говорю так, да? Тянет сказать, такой проект запускался на Украине. Видимо, перед ним ставились какие-то задачи, да? Вот какой-то состоялся разговор у уважаемого руководителя нынешнего с его инвесторами, где ставились какие-то задачи. Вот говорилось, вот мы даем вот сумасшедшую сумму денег, сумма денег сумасшедшая, да, ну и слава богу, хорошо, вот больше бы таких вот денег давалось нам на это самое. И вот сделай нам что? Мы не знаем, да, и нам никто не скажет. Вот. Тем более, что нам до сих пор еще никто не сказал, как деньги-то откуда. Вот все страшно догадываются. Вот может отсюда, может вот такие деньги, а может всякие деньги. Я вот лично не знаю. Я тоже знаю несколько вариантов. Ну вот ни на один из них я вот не готов заложить квартиру там, и так далее. Вот. И вот сложилась такая ситуация, что запускался проект в одних условиях общественно-политических. А очутился он в других условиях, общественно-политических. И я помню вот подобный, ну тогда это был круглый стол, действительно это был круглый стол, а не пресс-конференция как бы жертвы, на тему тоже, как освещать Майдан, события Майдана. Вот она была организована нынешними организаторами, за что им страшно благодарен.
Вот, это был январь, по-моему, да, месяц, февраль, да, но просто, ну, как бы, ну, условно, грубо говоря, все еще были живы, да. Вот, и там тоже стоял вопрос, а вот могут ли, вот должны ли быть вот журналисты объективны, вот представители в том числе вот холдинга, Вестей, у всех убеждали, что вот они обязательно должны быть объективны. Я говорю, ну как же объективны, ну не могут быть они объективны. Вот Игоря Луценко схватили, избили, еле живой ушел. Ну как журналист, журналиста, да, как журналисты после этого могут быть объективны? Нет, говорили они, должны быть объективны, все. Ну, спустя какое-то время произошло то, что произошло, ситуация изменилась, но просто было понятно, что вот в той ситуации, в которой хватают Таню Черновол или Луценко, и у них возникают проблемы, было совершенно понятно, что таких проблем, ну, не должно бы вроде бы возникнуть у представителей такого уважаемого холдинга, как Вести. Ну, жизнь показала, кстати, что это не совсем так, и мой коллега, и я очень хорошо знаю, вы знаете, Слава Веремий, сотрудник газеты «Вести», два раза пострадал и один раз совсем. Но отразилось ли это на Вестях? Ну, наверное, нет, потому что я знаю, что моих коллег, с которыми мы вместе работали в газете «По-киевски» и со Славой Веремеевым тоже, их тогда очень сильно напрягло то, что в газете «Вести» после смерти Славы вышел материал, в котором те люди, которые его убили, назывались неизвестными лицами в масках. Вот все знали, кто эти люди, а в газете «Вести» не знали. Я продолжу. Если такого не выходило, вы можете просто посмотреть. Там сразу говорили о том, что это эти тушки. То есть, наверное. Вы можете посмотреть, это же бумага, она там не стирается. Я сейчас, может, да. Где-то там что-то. Я прошу заранее прощения, да, потому что текста передо мной нет, конечно. Я помню просто возмущение коллег, что реакция просто была. Да, вот я прошу прощения. Такая, это один просто из тех мифов, которые создаются вокруг издания и которые начинают жить своей жизнью. Я просто о чем, Игорь? Вы не такие, как все. И те претензии, которые к вам есть, они есть не только у Минздоха, не только у прокуратуры, они есть и в журналистской среде. Не будем это скрывать, все это знают, потому что иначе, если бы это было не так, то вот здесь бы сидело много-много-много коллег, и зал был забит, и здесь все бы кричали «Свободу Юрию Деточкину» и так далее. Этого не происходит. Вы не такие, как все. И в журналистской среде вас недолюбливают, мягко говоря. А в части общества, вот того самого майданного общества, вас тоже не любят. Это само по себе не проблема, может быть, даже и хорошо, да, вот когда есть вот кто-то, кто идет вот против там волны и так далее, и так далее. Но если мы играем как бы там открыто, да, ну давайте тогда так вот открыто и играть, да. Претензия основная, которая к вам обращена, не в том, что вы написали там, так, сяк. И, ну, мы все где-то что-то пишем не так, не сяк, не всегда попадаем в ноты, это обычное дело для пишущих людей. Речь идет о том, что этот проект имеет какую-то технологическую вот такую вот сторону. Да? Он создавался под какие-то задачи. До тех пор, пока эти задачи непонятны, не озвучены и так далее, каждый считывает их как может. Вот их считывают так, их считывают не в вашу пользу. И связано ли это с наездом на вас или нет? Ну, опять же, еще раз говорю, взрослый бизнес для взрослых людей. Мы понимаем, да, изменились условия. По всей видимости, у этой следующей власти, ну, действующей по старым методам, какие-то к вам действительно есть претензии тех, которые не было у предыдущей власти. И вот вы сейчас за них получаете. В этом смысле все как бы справедливо, да? Вот мы же взрослые люди, мы понимаем, что у нас не замечательные, как мы еще не при коммунизме живем, и вот именно такими методами власть действовала и действует, и что эти методы могут быть применены к вам. Поэтому, когда вот началась эта вся история, я, честно говоря, вот эту мысль уже высказывал там в Фейсбуке, она не такая уж как бы оригинальная, но вот я там высказал другую мысль, что как взрослые люди, зная, что ситуация изменилась и что к вам будут претензии, вы, по всей видимости, к этому оказались готовы. И вряд ли Министерству доходов и там, налогов и так далее легко придется вот с доказыванием своей истины. Докажут? Не докажут? Я не знаю. Единственное, чего мне вот в таких ситуациях, когда как бы взрослые люди, еще раз говорю, серьезные люди занимаются серьезным медиабизнесом за серьезные деньги, мне всегда жалко простых сотрудников, которые пишут там про кошечек, собачек.
Иногда пишут о политике, не совсем в ней разбираясь. Вот, они становятся заложниками вот этих больших игр. Ну вот я желаю им как бы успехов, в том числе на рынке труда, потому что я знаю, что не всех из них будут рады видеть в других изданиях. Потому что, извините, «Вести» — это сейчас бренд, ну, не самый популярный среди профессионалов журналистского труда. Спасибо. Да, спасибо, вы больше всех говорили, как сопредседатель не использовал свое право вето, чтобы помешать вам. Вы сказали все, что считали нужным, да. Специально ждали, вот Игорь тоже меня даже иногда так останавливал, чтобы я, вы сказали, даже хоть и вы говорили, иногда не очень, так скажем так, позитивно, да. Но в любом случае хотел бы напомнить коллеге, что мы собрались здесь для того, чтобы обсудить некое событие. Это факт, да, 22 числа сотрудники налоговой, да, вошли в помещение, заблокировали двери. Мы говорим не о том, что законно или не действовали, да, это время покажет. Но сам факт того, что когда приходит главный редактор, да, руководитель, ну, вроде бы к нему должны быть вопросы, да, плохие вопросы или хорошие, стучится в дверь, в свой офис, говорит, пустите меня, готов ответить на ваши вопросы под видеокамеры, да, то есть это же очевидцы, я был это видел. Когда адвокат, давайте так, мы все, когда попадаем в проблемы правовые, мы все просим помощи адвокатов. Если адвокат говорит, пустите меня, вот там трудовой коллектив, да, там остались журналисты, которые нуждаются в правовой помощи. Я имею право, я должен, вы обязаны пропускать нас, чтобы мы оказали... Это может быть вы, кто угодно из нас, да, не дай бог, не пускает адвоката. Я это вижу. Это нарушение закона, грубейшее нарушение закона. Виновный должен быть наказан. Когда людям стало плохо, из паники, да, из-за состояния здоровья, диабет, там, гипертония, да любые болезни. Когда вызывают скорую помощь, врачи стоят, говорят, мы хотим оказать медицинскую помощь вам, мне, кому угодно. Они говорят, мы решили, этого не надо. Я вот, вот здесь у меня запись, видео на моем телефоне, да, у меня не было видеокамеры. Я говорю, пропустите врачей. Это преступление уголовное, это преступление. Мы об этом говорим. Мы не говорим, что это было законно или незаконно возбуждение дела. Есть ли претензии к Игорю Гужеве там, или кому-либо? Да ради бога. Да мне все равно, откуда источники денег, там, что делает газета. Сделает газету свою работу, это его дело. Правильно, но мы обсуждаем... обсудили свою часть, я обсудил все свою. Правильно. Так вот вопрос в чем? Мы имеем право закрывать глаза на это, промолчать очередной раз, чтобы они остались безнаказанными? Да нет. Ну нельзя этого делать. Если они не правы и нарушили закон, мы это озвучиваем, мы контролируем и наказываем виновных. Виноват Игорь Анатольевич, да, нарушил законы наши, Украины, налоговые и так далее, он будет нести ответственность. Но извините меня, никто не должен так поступать ни сегодня и впредь. Я поэтому как бы подчеркиваю, наша задача это осветить те проблемы, которые были, не допустить его в будущем. Не в отношении там газеты «Вести» там, или «Комсомольская правда» или другие газеты. Вообще в адрес СМИ не должны быть такие методы. Соответственно, есть действия, есть противодействие. Спасибо. Я тут чисто по-профессиональному. По выступлению поза предыдущего оратора меня просто вот мой профессиональный интеллект немножечко напрягло. Это, если сформулировать коротко, вот в этой публицистике как раз выражены все болезни, типичные для украинской журналистики. Первое. Человек говорит, вот мы на круглом столе говорим, что журналистика должна быть объективной. Ну как она может быть объективной, когда наших ребят, там чего-то такое, значит нужно не объективно, когда там не Черновол. Это что, значит надо теперь заплакать и закричать там что-то такое и не быть объективным, и не попытаться там что-то такое расследовать? Все выступление содержал, обнамякивался человек. Что-то какие-то серьезные дела на Украине, в Украине деньги, где-то чего-то. Ни одного конкретного слова, кроме одной фразы вранья, что там чего-то газета сказала. Я не защищаю газету «Весть». Вас где-то тут чего-то не любят, да? Вас вот в некоторых наших кругах чего-то такое. У меня есть собственные догадки относительно там каких-то ваших денег. А у вас какие-то вы указания получили. Вы в какой-то политической ситуации начали, а в какой-то политической ситуации кончили. Черт его знает. Это мусор, каша и ветер, да, вот в этой публицистике. Ничего не понятно, да? Почему, какая связь между наездом там налоговых, это самое, там органов и тем, что в каких-то кругах их не любят. За что их не любят? Хоть один факт, пожалуйста. Я рад, что теперь вам есть что обсудить. Секундочку, пожалуйста. Я говорю о том, что вот это вот совершеннейший образец вот этой плохой украинской журналистики. Бездоказательной, эмоциональной, необъективной.
Вот это меня, как мой профессиональный интеллект, оскорбляет. Вот такую хотел я бы реплику высказать. Да, я прошу прощения. Да, сейчас, одну секундочку, я скажу, что у нас тут действительно круглый стол, а не пресс-конференция, поэтому мы пригласили... Поэтому мы и пригласили людей с разными точками зрения, чтобы они высказались. И в этом, в общем-то, и есть политика нашего холдинга в том, что мы даем высказываться всем, в том числе и тем, кто, кого по мнению властей или еще каких-либо политических сил стоило бы замалчивать. Поэтому Леонид совершенно спокойно здесь высказался, к сожалению, ушел. Ну, дай бог, не последний не раз мы с ним увиделись. Но на самом деле я просто еще раз повторю то, что я уже говорил. Последние 10 лет в Украине идет целенаправленная кампания по разделению журналистского сообщества на своих и чужих. Эта политика проводится различными политиками силами, и ее задача приручить журналистов, ослабить их сопротивление любому давлению со стороны любой власти, которая меняется в Украине. Да, спасибо.